Всем привет, Ухаров, Никита, в зале Цесарикосты, значит, рубрика «Техника недели». Я вам уже рассказывал, здесь 5-7-часовой класс ведет Игорь, очень хороший тренер, очень хороший спортсмен. Он сейчас делает следующим образом, он одну неделю мусолит одну тему с разными подводками, с разными дрилами. Вот, в конце недели появляется какое-то видение техники. Вот. На следующей неделе, соответственно, другая техника. И это все в рамках какого-то одного концепта. Вот. Я вам каждую неделю буду показывать то, что у нас было на прошлой неделе. Сегодня это будет выход в Matrix Guard из Spider Guard. Окей, мы начинаем со Spider Guard. Мы можем быть Spider, можем Lasso, кому как нравится. Если Lasso, мы перехватываемся за колор. Если спайдер, мы просто держим два рукава. Нога идет между ног соперника. Я толкаюсь этой ногой, делаю мост и заставляю его шагнуть на меня. Как будто хочу сделать сингл X. Но я вставляю, смотрите, ребро стопы в бедро. Локтем хватаю пятку. Что важно, я не вставляю ногу, как X-гард. То есть не таким образом. Именно это... Важная особенность именно ребром стопы, потому что это позволяет сделать фрейм. Дальше я перекладываю чуть-чуть таз в сторону и выпрямляю ноги. И вот это ребро стопы, оно не позволяет ему встать обратно. То есть я делаю такой, как Стив Арм, только ногой. Если крючок будет здесь, он встает. Да, здесь или здесь. Поэтому важно именно крючок, ребро стопы в бедро. Выпрямляю ноги, он падает. Теперь перекладываю таз, закрываю его под коленный сгиб своей голенью, тянусь за штанами. Он может в этот момент встать. Да, теперь что мне нужно? Мне нужно вторую ногу. Пока что ее блокирует мой крючок. Если я не дотягиваюсь рукой, нога идет в пол, я ей упираюсь, да, и пытаюсь дотянуться до ноги. Если одного движения недостаточно, делаю еще. Да, это может быть 2-3 движения. И вставляю вторую ногу под коленный сгиб. У меня контроль двух ног и таза. Я могу отсюда его уронить. Могу пойти в краб-райд. Если он упадет вперед, пойти за ним. Тут уже разные варианты, кому как нравится. Другие варианты. Я могу начать не со спайдера, а с ласса. Я перехватываюсь за ворот. Нога также идет в пол. Заставил его шагнуть. Схватил ногу. Ребро стопы в бедро. Смотрите, тут есть вариант. Я могу не с гибридом, да, то есть не со спайдером, а перейти вниз на X. Подтянуть его ногу, чтобы схватить штанину. Да, такой X-вариант. Крючок под колено и ребро стопы в бедро. То же самое, чуть-чуть перекладываю, толкаю ногами. Тут, скорее всего, да, он опустится на коленку. Переложили за штаны. И Matrix Guard. Краб-райд, лег-дрэк, разные варианты. Кому какие нравятся.